Одним из главных вопросов, которые рассматривались на заседании исполнительного комитета Горсовета, стал вопрос об итогах работы концерна «Городские тепловые сети» в 2014 году и первом квартале текущего. С докладом выступил генеральный директор предприятия Сергей Фомич. Главной инвестицией прошлого года в городских теплосетях стала закупка 1385 приборов учета энергии на жилых домах. Инвестиционная программа на этот год находится на утверждении в Национальной комиссии. Закупленные приборы обещают установить до начала отопительного сезона. Доходы предприятия в прошлом году составили почти 1 миллиард гривен. Основным фактором, обусловившим увеличение доходов, является главным образом повышение тарифов на тепловую энергию и получение из государственного бюджета компенсации в разнице в тарифах на тепловую энергию для населения в сумме 233,7 миллиона гривен за второе полугодие 2012 года. Решением исполкома работа концерна ГТС была признана удовлетворительной. Однако у предприятия остаются ряд системных проблем, которые можно решить только на государственном уровне. Постановлением исполкома в новом учебном году возрастет оплата за обучение в школах искусств на 5-30 гривен. Кроме того, на ближайшие сессии горсовета в программу поддержки демобилизованных воинов АТО планируют ввести положение о выплате 3000 гривен.